прошлый раз мы остановились в этой комнате. Time dilation works in your favor, but you still don't have forever. The elevators will soon be beyond our reach. Так, за этими вратами, видите, за стеной проход. Давайте попробуем пройти. Невидимая стена, ведь? Да. Так. Где-то должен быть еще проход. Правильно двигались. Hurry it up. This place is impossible to navigate. Good. These firewalls are what's kept me alive for the last 20 years. Хорошо. А, вот они, панели. Так, ну давайте пройдем по ним. Хорошо запомнили. Значит, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Три. Раз, два, три. Ага. Замечательно. Так. Что теперь? Cheer up. If you were a regular human, this would make even less sense. Один к пяти? А, пять штук. Теперь где мы оказались? Interesting. Looks like there's a little something extra in the elevator's security scanner buffer. A little something. A partial ghost runner neural scan. We can use it to enhance your programming. Why is it there? One of you must have used Amida elevator right before Morrow's insurgents disabled the internal security. Another ghost runner. It could have been you. Какие длинные коридоры. Такое ощущение, что мы делаем что-то не так. Так, а если вернуться? Energy in your left hand and then let it all out. What? Don't try to think. Do it. Так. Используйте шквал. Yes. It's just a visualization anyway.
How does it work in the real world? Rapid micro-vibrations of your inner hydraulics. Sudden change in local pressure will result in a concentrated blast. Let's hope that piece of junk the climbers used to replace your arm can handle it. The primary application was crowd control, non-lethal force. Of course, there's no need to restrain ourselves now. Довольно простенько все, без сложности. One more thing, you can use Tempest to reflect projectiles. Give it a try. Ладно, еще раз. Like that. Это ж мы будем тратить энергию на отражение удара. Да, безупречно. That's all there is to it. Не обращайте внимания, это я поспичу. Улучшение. Дополнительный заряд. Получает еще на время его значительно увеличивается. Сильность кибербездны. Чутье оптическое превосходство. Отбивать пульс значительно проще. Концентрация. Бонус убийства. Объем концентрации при этом значительно повышается. Так, что у нас стоит? Убивание. Рывок, дополнительный заряд. Три штуки, что ли, можно поставить. Рывок восстановления. После использования рывок восстанавливается гораздо быстрее. Шквал. Восполнение за серию убийств. При одновременном убийстве двух и более противников с помощью шквала, потраченная прием концентрации, восполняется. Еще больше область. Скачок дополнительный заряд. Оно все вроде как бы и нужно, а вроде как бы и нет, потому что сам скачок очень долго восстанавливается. А он как бы нам полезнее во время битв. Good. The keys are gone and the elevators are ours. Time to go up. Our next target lies in the heart of Dharma City. Так, теперь надо вспоминать, какие кнопки нужно нажимать, чтобы продвигаться. Вау. Так, я подзабыл за эту неделю.
прыжок, взаимодействие, провокация, лица, движение тела, улучшение, навыки. Даже так. Так, а у нас сейчас школа. А, у нас же шквал, точно. Давайте скачу. А, и он восстанавливается. Очень удачно. Отлично. Отлично. Так. Нам нужно прыгнуть вот на ту платформу. Угу. Не все так просто, как оказалось. Ах ты ж. Ну что, падаем. Скачок у нас восстановится. Нет, так у нас не получится.
Отлично, отлично, отлично. Вижу четверых противников. Все с пистолетами. В прошлый раз у меня получилось. Отлично. Так. Посмотрим, что здесь есть. Может, какой-нибудь секретик. Не, это вряд ли. Идем дальше. Дробилочки. Дробилочки. Yes. Men, women, children. Their only crime? Getting caught. Where are they taken? I'm not sure, but no one ever comes back. Пролетели. Лазерные панели. Угу. Ухухухо, вот эта акробатика пошла. Опять пропустили. Скорости не хватает. Хо-хо-хо-хо. Так. Дробилка раз, дробилка два. Угу. О, как же издеваются разработчики надо мной. Куда, 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 куда? Так, мы ведь можем присесть?
Нам нужно как-то в сторону. Круто. Наконец-то мы выбрались. И дальше. Уху-ху-ху-ху. А мы разве не в движении? Вау. Вот это штука. Что это за робот на двух ножках? Однако он стреляется. Отсутствует цель. Только на живых противников, что ли, работает? Ну, давайте попробуем шпал. Ага. Шквал очень мощный. Можно даже сдалека бить им. А он неплох, этот шквал. Так, может что-то убрать? Рывок до цели. Рывок, восстановление. Ну, мы, в принципе, рывком одним пользуемся. Можно убрать. Чтобы быстрее восстановились. Elevators were rarely used. Even before Mara's revolt, residents of the base had most of their needs fulfilled right here. Здесь ничего не запрятано. Получен новый предмет. Новая катана. Ядовитый цурбути. Бити. Давайте. Три противника.
Полеты бесполезны против них. Вопросики. Идем дальше. Wait. There's something coming. It's... I don't know what it is, but it looks... You better see for yourself. You better see for yourself. Я уже заметил. Tom. Tom. Laser array TO-73M is a mouthful. Пасен. Этот Том. Вау. Так, ладно, надо рывок использовать. А где музыка? Почему не играет фанфары? Короткий уровень. Нет, что еще за помещение такое? Мне кажется, или нас ожидает босс. Troublesome. How do I disable it? First, you should get on top. You could probably cut it down. It won't hold without the supporting cords. Now you bring up the defense system. Now you bring up the defense system. I had no idea Mara managed to bring it back on. I had no idea Mara managed to bring it back on. I had no idea. Я тоже ни одной идеи не вижу. Да, попробуем подкат сделать. Ага, просто так не пролетишь. Перебор. Ждем.
это весело. Так, ладно, уже избрали отличную тактику по одной панели за раз. Так, мы ждем, ждем, ждем. Перепрыгаем. Ждем, ждем, ждем. Прыжок. 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 Подкат. Торопись. Ждем. Прыжок, прыжок. Прыжок. Подкат. Прыжок, прыжок. Good. Good. Ага. Разрезали как масло. Ладно, прыжок. Ждем. Прыжок, прыжок. 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 Подкат. Рано. Прыжок. Warning. Ждем. Прыжок, 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 подкат, рано. Прыжок. Ждем. Прыжок, 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 подкат. Прыжок. Еще прыжок. Прыгаем. Подкат. Прыжок. Ждем, 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 ждем. Прыжок, прыжок. Времени на подумать. Да, это будет не быстро. Security protocols compromised.
Да, здоровски. Прыжок. 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 Второй. Третий. Прыгаем. Воу. Почти добрались до верхней платформы. Ждем. Прыжок, прыжок. Еще прыжок. Так. Прыжок. 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 Прыгаем. Присели. Присели они. Подкат сделали. Прыгаем. Еще прыгаем. Так, напряги. Подкат. Три прыжка. Дальше. Присели. Надо выбрать время. Пам-пам. Пам-пам-пам. Прыгаем. Подкат. Прыжок. Прыжок. Ждем. Прыжок. Прыжок. Еще прыжок. Еще прыжок. Подкат. Прыжок. Раз. Раз. Присели. Ждем. Плохо я подождал. А может ждать не надо? Ждем. Да-да, добро пожаловать на лазерное шоу. Прыжок. Прыжок. Так, как коробки получаются. Нет, 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 нет. Пам, парам, пам, пам. Все. Я не уклюжу. Ждем. Прыжок. Еще прыжок. Пока. Пап. Пушка. Так. Не понял. В прошлый раз мы
Проходили это место. Чего вдруг там лазер появился? Куда? Вот и добрались до верхней площадки, а обзора никакого. Выжидаешь, а толку. Еще раз. Да что к тебе? Место-то дурацкое. Ха-ха-ха-ха-ха.
все отлично. И как всегда, какая-нибудь хрень происходит. Мы справились? Я надеюсь. Или еще не окончили? Ха-ха. Пам-пам-пам-пам. Такое ощущение, что волна ускоряется. Так, давайте изучать, что у нас есть. Еще одно. Какая жуть. Мне страшно. А вот ДТ и ДП не нет, не напрягли. Так, немножко бессмысленно тайминг изучать. Потому что такое ощущение, что они волны эти ускоряются. Видели, как мы из герои второй? Заденет или нет? Это долго. Так. Здесь нам рыбу необходимо. Берем потом. Рыбу восстановления.
заряд. Отлично. Elevator station, so that nobody could enter Dharma City without my approval. You were expecting an uprising? I was prepared for an uprising. Amida station security protocols compromised. Игра не жалеет. Я не вижу бежать до этой стенки. Надо просто понять. Быстрые волны. Отлично.
пока долечу, рак на горе свистнет. То она близко, то она далеко, блин. И какой-то странный тайминг. Смотрите внимательно, где эта волна. Почти у самого пола. Так. А еще платформ до хера. Ох, неужели контрольная точка? Лазеры. Amida Station security protocols compromised. Don't fall. Что, где, как, почему? Getting there. T073M malfunction detected. All residents should evacuate the area. Does it ever stop? The support cords are in sight. Зараза. Как ты достала. Amida Station security protocols compromised.
Отключите, пожалуйста, этот компьютер. Amida Station security protocols compromised. T073M malfunction detected. T073M malfunction detected. All residents should evacuate the area. Перезагрузка. For the love of... We built it to whoa, whoa. Last. T073M malfunction detected. All residents should evacuate the area. I hope you know what you're doing. В чем дело? Ну, это самый простенький. Welcome to Amida Elevator Station. Начинаем уже.
чтоб тебя. Вот они любят сближаться. Да ёжик. Давай, 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 давай. Сейчас мы тебя сделаем. Получено достижение рабочего состояния. Wow, watching from your perspective, I nearly pissed myself. I'm betting being there in person was 1,000 times worse. Yes. I can fool the display panels. While the keys are waiting for you at Upper Amida, I'll redirect the elevator to the maintenance floor above. As long as it gets me closer to Mara. Однако первый босс был нелегким. Мы это сделали. Amida Station security protocols compromised. Nice level. В сумме примерно... А, вот даже время показано. 39 минут потратили. Да. Неужели новая обстановка? Вау! The Keymaster only allows those loyal to her, and only a chosen few. Горстка избранных живет в этом муравейнике. Как локация для битв, очень даже приятно выглядит. Так. А он уже и приготовился. Не будь дураком. Получи имплант. Что еще? Бон шанс. Можем вернуться обратно. Ага. Вау, я забываю. Сварщик. Нам нужен сварщик. Этому месту точно не помешает сварщик. Вау. Сварщик. Вау.
good job. Oh, thank you. You still need to look out for the regular patrol. Выглядят вроде достаточно приятно. Имплантаты. Что это за дрянь? Это платформа. Забавно. Нету вопросиков. Чека бабушка. Data archive. Data archive created to store knowledge about the world before the burst. Data archive created to store knowledge about the world before the burst. It holds some of the documentation on Project Ghost Runner. Just some. Only on what was already in development back then. So where do we go? What's the next step? Point me to the repository. Пролетели, я даже не заметил. Okay, here you go. Just had to download the layout. А что у нас в загашнике? А, дополнительные заряды. Это уберем. Теперь это не нужно. Рывок, дополнительный заряд. Рывок, восстановленный разрыв. Тоже уберем. Так, отбивание. Значительно проще. Вот эту штуку. Поставим сюда пока. Или нет? Как бы ее удачнее поставить. Нет. Предметы, которые можно собрать, отображаются на радаре. Тактическое превосходство. Так, рентгеновское зрение сквозь стены. Скачиваем дополнительный заряд. В течение короткого времени после применения. Чук, дальность, шкала, дальность. Попробуем со скачком. Поехали. Что? Он еще и стреляется. Мне показалось, это транспортная панелька. Вау. Так, а у нас шквал стоит, да? Да.
То рано стреляет, то поздно. Ну это хитрый. Даже так. The girl means well. She's out of the den. You need to stop relying on her. I only rely on myself. Смотрим. Yes. Что это? Ага. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу. Так. Значит, запрыгнем на того, что слева. Второго попробуем убить шквалом. Отлично. Так. Нам, скорее всего, туда. Но тут, наверное, вопросик есть. Должен быть. Должен быть. Да. Новый предмет. Потрепанный плюшевый мишка. Скорее всего, он попал в башню во время наплыва беженцев, как раз перед катаклизмом. В то время хаос и смерть разлучили не одну семью. Детям, потерявшим только игрушки, несказанно повезло. Толковые предметы. История этого мира получается слишком короткая. И просторные уровни. И мы упали. Так. Спуститься обратно или зайти сзади. Попробуем сзади зайти. Так, кого я не заметил? Воу.
надо было выключать раньше. Today we thought we were ready. What were you waiting for? You. We thought once you awakened, you'd lead us to victory. Help us break free and avenge the architect. I'm touched. Нет, я хочу всех поймать. Видимо, больше вопросиков не будет. Или... Метро. Да, метро. Пора бы не подземка. Туда, но несколько вариантов. Давайте проверим, что там. Новый предмет. Пропуск сотрудника корпорации Самсара. Попасть внутрь башни Дхармы когда-то было всего лишь небоскребом. Попасть внутрь башни Дхармы когда-то было всего лишь... Да, кто это писал? Можно было только по подобному пропуску. Основанная еще в начале 19 века, горнодобывающая компания теперь превратилась в последнее прибежище человечества на Земле. Писал какой-то языковой инвалид. Или нет, нет, неверно. Переводил какой-то инвалид. Нет, не допрыгнем. Наведите курсор на объект, который хотите взломать. На как... What's your plan to defeat the Keymaster? I mean, last time you faced her, you were one of 100 Ghost Runners. How do you know that? My father. I was only 2 when the coup happened, but he told me all about it. So many died back then. With all the Ghost Runners gone, there was no one to protect us. Так. Куда же теперь ты идти? Больше не могу взломать. И тут не могу. И вернуться. Так, что за западло? Didn't matter in the end.
машина. Хорошо. Хорошо. Воу-воу-воу, дружище. Воу. Ага. Я понял, я понял. Так. В чем засада? Какой-то жалкий пистолетчик. Не заметил, он пока не заметил. So, back to my question. It's not that I doubt you, but are you sure you can take on the Keymaster by yourself? No. Да кто его знает, справлюсь или нет. Что это было? Я во что-то врезался. She killed 99 ghost runners, and she won't stop until she kills me too. So you won't stop either until one of you is dead. Yes. I know how you feel. Шквал не перезарядился. Ся-ся-ся. Прыжок веры. И дальше. Тайминги, тайминги. И стоит как вкопанный.
Whoa. Хорошо. Идем таким путем. Бегущий бейсболист. Мы довольно немного времени затратили на этот уровень. Я думаю, это будет последним в нашей сегодняшней трансляции. И продолжим уже завтра. У нас появился новый противник с катаной. Скользкие. Получилось удачно. Видите это? Видите? Вопросик. Получен новый предмет. Смотрим. Цуру Битини Ничан. Ну, давайте выберем рассказ. Чип-кликер. Все, твое хваленое карате. Не будь дураком. Не лезь в петлю. Шрек. По очереди, ребята. Не ожидал такого.
care if I'm the last climber left. I'm not gonna quit. I'll keep helping you no matter what. Whatever we have to do, we'll do. Rebuild the rebellion from the ground up if we have to. Good. Мы с рельсы этой упали. Как так получилось? Угу. Противников не намечается. Угу. Тыкс. Она с этой головной стороны. Пам-парам-пам-пам. Дружище, давай, давай. Ох, там еще два противника с катаной. Шквал прям, ну, очень необходим. Недолет, перелет. You keep displaying aberrant behavior. Makes you encourage the girl. Gratitude, empathy, pity. You're not supposed to feel any of those. Какие страшные коты нарисуют. Так, есть еще попрыгун? Двумя разобрались. Попрыгунчиков нет. It's so quiet here. You said there's a curfew. Yes, but it's more than that. At the base, even indoors, even after lights out, you can still hear the heavy machinery. Factory engines, air turbines, mining drills. They never stop. There's none of that here. У меня глюки. Вижу точек больше. Или это люди запертые. Запершись. Ладно, идем дальше. Тын-тын-тын-тын-тын.
Зацепись от стенки. Ой, как тесно, как тесно, как тесно. Отлично. Прям замечательно. Это было. Так. You don't talk much, huh? Still, it's good to hear your voice. Ты правильно заметила, Зоя. I've been trying to make it happen for a year. Thank you. Words only dull ideas. A mind as sharp as a blade has little to gain from idle chatter. Штучка была. Вах. Вах, вах, вах. Разлетался герой. Просто иди напролом. Вот эта штучка. Ах,
Поехали. Показалось ли я видел вопросик в трубе? Да, показалось. Видимо, мы идем к двери закрытой. А может и нет. Воу-воу. Скотинка сзади. Так. Воу. Опасно. Опасно, очень опасно. Мы оттуда пришли. Что там? А, ничего. Тан-таран-тан-тан-тан-тан.
Давай, честный бой. Pathetic. These are not soldiers or security. They're just bandits. Although better armed than the ones from before. Без них никак не обойтись. Я на шквал не нажимал. Давай, 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 дружок. Да он издевается надо мной. Какая же дрянь, блин. Прям когда не надо, включается. Что это было? Так. Но мы уже не детки. Так. Замечательно. Шквал, шквал, пожалуйста, а не рывок. Years. Так, так, кто где? Все, это все противники. Fuck you.
Что за баф? Сюрикены? Могут пригодиться. Автоматчик-то ли? Куда он стреляет? Пам-пам-пам-пам. Так, еще одна точка вон там. На меня смотрит злобно. А здесь сюрикенов нету? Нет. Что ж, придется голыми руками расправляться. Ничего сделать не может. Дын-дын-дын. Па-па-па. И дали? И дали метки? Снайперы пошли. Хрупкое оборудование, нельзя пистолеты себе выбрать. Маньяк. Зачем ты перепрыгиваешь?
Что значит? Молодец, молодец. Новый предмет. Давайте посмотрим, что это такое. Чип Атма. Простой мозговой имплант, используемый практически каждым жителем башни, служит для установления связи между корой головного мозга и различными электронными устройствами, такими как бионические конечности, компьютеры и даже тяжелая техника. Ну ничего себе! Не так легко опять. Look at their weapons. 20 years worth of research and no technological progress to speak of. At this rate, Mara's regime will fall to rebels in a decade or two. One's armed with sticks and stones. Какие же длинные уровни пошли, одни. There's some activity near the repository. I can't tell what's going on. I can't tell what's going on, but there's a disturbance in the network. What kind of disturbance? There's a field of interference moving through the district. Surveillance systems are going haywire. Some kind of weapon? More like a jamming device. But why would the keys blind their own cameras? You're almost at the repository. I wonder what it was like to live in the old world. I've heard stories, but I don't know what's true and what isn't. No one does. I mean, how could they? My grandparents were still kids when the gates closed. No human has been outside since. Так, а нам ведь нужно туда, да? А на кой черт мы ее крутили туда-сюда? Зачем нам та панель? Круговерть. Прыжок длинный. Куда прыгать-то? The interference is moving away, whatever it was. The good news is. The repository terminal is still there. The bad? It's now guarded. Okay.
я еще и не допрыгну. Да ты зараза какая. Да чтоб тебя. Вроде получается с первого раза, а вроде с десятого. На бездне. В следующий раз будем начинать отсюда. Ну, всего доброго. Спасибо, что смотрели.